Друзья, всем огромный привет. Всем приготовим рыбу тандыри. Рыба у нас сегодня белый амур из семейства карповых, весом 2,5 килограмма. Ну что, начнем? Сначала почистим, уберем внутренности. Кошке отдадим, пускай полакомится. Также сразу убираем жабру. Убираем. Промоем проточной водой. Ну что, пришло время разделать. Голову и хвост используем для ухи. Было 2,5 килограмма, стало 0,5 кило. Удалим плавники. Тоже отправим на уху. Порежем на стейке, сантиметра по 3. Кусочки. Последний. Вот так вот. Вот так вот. Теперь замаринуем. Для этого нам не понадобится соль. Четыре перца. Как там какой-то известный турецкий повар. Тут вот так вот делал. Как он делает? Интересно. Паприка. Перевернем и все то же самое сделаем. И с этой стороны. Добавим оливковое масло и все перемешаем. Да, чуть не забыл, лимончик, сок. Оставляем так на полчасика. Займемся тандыром. Папочки. Тандыр прогревается, но, увы, начался дождик. Но нас это не пугает. Продолжаем готовить. Тандыр у нас прогрелся, побелел. Пришло время закладывать нашу этажерку. На низ пойдет у нас такая вот овощная тарелочка. Там картошка, лук, баклажанчики. Ну и вот наш амурчик. Закладываем. Удобная вещь, ребят. Стоит приобрести такой
от 100. Что? Вот так вот. Все поместилось, все отлично. Облачки. Отправляем. Минут на 10-15, а там посмотрим. Давай. Ждем вкусняшку. Облачки. Прошло в сумме 25 минут. Тандыр был у нас не очень сильно горячий. Из-за этого подольше подержали. Пора время пробовать. Еще горячий. Попадается косточки, но это не проблема. Тут с солью промахнулся. Вкусно, ребят. Советую приготовить тандыри либо дома в духовке. Да, что-то в ней есть. Первый раз пробую белого амура. Вкусно. Ребят, если понравилось наше видео, ставьте лайк. Мы снимали в таких экстремальных условиях. Дождь, ветер. Вот сейчас мой любимый оператор мокнет, а я стою под навесом. Это достойно, это лайка. Не забываем подписываться на наш канал. До новых встреч. А я пошел. Семья ждет.